Всем привет! Вы на канале «С нами лучше». В этом видео мы будем делать реконструкцию моей поделки для сада под простым названием «Колобок». Дело в том, что я живу в Сибири, и всем известно, что у нас не самые хорошие погодные условия, а зимы очень холодные, снежные. Так вот, прошлый дачный сезон оказался не самым солнечным, было много дождей. Видимо, из-за этого моя поделка дала трещину. И в этом видео я покажу, как я реставрирую. Процессы покраски шара я расскажу, из чего его я сделала. Приступаем. Берем акриловую интерьерную краску белую и добавляем желтый колер. Я подготовила краску заранее. Перекрываем старую краску новой полностью. А пока я вам расскажу, из чего делается эта поделка. Берем бумажную трубку, остаток от рулона клеенки и обрезаем до тех размеров, которые вы хотите шар. Нарезаем из коробки картонной. Я взяла картонную коробку из под бумаги туалетной набережной Челны. Нарезала вот такие шаблончики. Взяла вот такой клей. Клей мастер. И приклеила все шаблоны через 1,5 сантиметра. Когда высохло, я обклеила все это вот такой газетой. Пока высыхала моя газетка, я делала вот так. Брала туалетную бумагу, рвала на кусочки и все это замачивала в горячей воде. Потом отжимала. Когда отжала, растеребила ее. Взяла клей ПВА, любой строительный. Добавила в эту смесь бумажную. Перемешала ее. Получился пластилин. И вот на мою вот такую заготовочку я наклеила вот этот пластилин. Это называется папье-маше. Дала высохнуть папье-маше. Потом развела шпаклевку строительную на основе цемента до сметанной густоты и обмазывала этот шар. Когда высохло, я покрасила его в желтый цвет. Сделала глазки, и получилось у меня колобок. После того, как мы покрасили наш колобок в желтый цвет, и он высох, приступаем к покраске лица. Начинаем с глазок. Thank you.
Ну вот, дорогие зрители, наши подписчики, гости нашего канала, наш колобок готов. Мы покрыли еще его сверху лаком атмосферостойким. И готов к применению. Весной выйдет на огород наш колобок. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Заходите на наш канал.
ставьте на колокольчик, чтобы всегда вас наш канал новыми видиками обеспечивал и показывал вам. Всем пока-пока!